Всем привет! В данном видеоуроке я хотел бы ознакомить вас с одной программой, которая позволяет визуально контролировать качество записи любых файлов на CD и DVD-диске. Программа называется CD Speed. Эта программа позволяет проверять диски на механические повреждения. Известно, что если диск имеет механические повреждения, то он можно считать непригоден. Если это музыкальный диск, то музыка будет зависать в местах повреждений. Если же диск является загрузочным, то есть на нем находится операционная система Windows, то загрузка может не пойти с такого диска. Эта программа позволяет визуально оценить и увидеть эти повреждения. Запускаем программу. Левой кнопки мыши нажимаем по кнопке «Скан диск». И теперь левой кнопки мыши щелкаем по кнопке «Пуск». Программа запустилась, проверяет установленный CD-ROM диск на механические повреждения. Вот мы видим, пошли зеленые сектора. Я пока нажму на паузу, потом продолжу. Программа показывает качество вот здесь записи диска. Зеленые, желтые, красные. Чуть ниже процент выполнения операции. Сканирование происходит на максимальной скорости. Скорость можно выбрать. Я делаю проверку скорости, которая стояла по умолчанию. Опять остановимся и потом продолжим сканирование, вернее запись урока. Как видим, процесс проверки диска подходит к концу. Пока все у нас благополучно. Только зеленые квадратики чистые. Так, процесс закончился. Как видим, вот, хороший, выполнен на 100%. То есть, диск, который мы проверяли, идеальный. Можно им пользоваться, будь он загрузочный или обычный музыкальный MP3. Или DVD-шный. На этом обзор заканчиваем. Спасибо за внимание. До свидания.